Спасибо, что пришли. Мы еще совсем не заканчиваем. Я просто хотел сказать, во-первых, спасибо, потому что нам приятно. Во-вторых, еще пару слов. Мы... Дети есть в зале, да, Эмил? Это вряд ли. Мы заканчиваем работу над этим альбомом. Мы рассчитывали записать его... Да, спасибо, спасибо. Мы действительно заканчиваем. Мы рассчитывали записать его... Записать его недели за три. Получилось, что не уложились и в три года. Но сейчас действительно работа подходит к концу. Я не могу вам пообещать, но, по-моему, у нас родилось название. Оно очень отражает суть этого альбома. Альбом, скорее всего, будет называться «Обратная сторона ноги». Сейчас. Там будет действительно такое новое село, что мало кто мог предположить, я надеюсь. Следующая песня, которую мы исполним сейчас, не войдет в этот альбом, но очень подстать ему по своему оригинальному варианту, по тому, как она звучит все время, по тому, насколько она мягкая и так далее. Вы все поймете, это песня «Волки». Зон, зон, ночь за окном.